1942 год. Под Ржевом идут жесточайшие бои. Среди опытных солдат новобранец Сашка, простой деревенский парень. Товарищ капитан, вот тут же сказано. Вы же по-немецки читаете, пленным жизнь сохраняется. Ты что, фашисты жалеешь? Я? Да нет, ну я же обещался. И потом, как безоружного-то? Много разных людей встречает Сашка на своем пути. И самая разная у них судьба. А чего веселиться-то? Как чего? Живые ведь, понимаешь? Живые! Из такого пекла живые. Как же не радоваться-то? А я думал, чокнутый ты. Болтаешь без умолку. Может быть, и есть немножко. Военная драма «Сашка». 6 сентября, 22:00 на телеканале «Самара ГИС».